24 ноября открыто присоединил шедевр 4 лет российских пород. Бег Павел Наполеон, на втором месте Дакар Лоб, далее Берзе, Сонька Золотая Ручка, Восторг. А бег Павел Дакар Лоб, возглавил Дакар Лоб, объехал Наполеон, Наполеон остался на втором месте, далее Восторг, Сонька Золотая Ручка и замыкает пока Берзе. Участники заезда в таком порядке подходят к первой четверти дистанции. За 32,7 секунды пройдена первая четверть дистанции, участники заезда перед трибунами. А бег уверенно возглавляет Дакар Лоб под управлением Виталия Коса. На втором месте Наполеон. И далее за просветом Сонька Золотая Ручка Восторга замыкает Берзе. Участники заезда растянулись по дистанции, бег оторванно ведет Дакар Лоб с просветом Наполеон. Далее Восторг. За 32,3 секунды пройдена вторая четверть дистанции, а бег ведет Дакар Лоб. На втором месте Наполеон, к нему подъезжает Восторг и Сонька Золотая Ручка. Замыкает по-прежнему Берзе, а бег ведет Дакар Лоб. На втором месте Наполеон, далее Сонька Золотая Ручка, Восторг и замыкает Берзе. За 33 секунды ровно пройдена третья четверть дистанции, бег оторванный ведет Дакар Лоб. На втором месте по-прежнему Наполеон, далее Сонька Золотая Ручка, Восторг и замыкает Берзе. В таком порядке участники четвертого заезда выходят на финишную прямую. Выходят в одиночестве на финишной прямой. Дакар Лоб под управлением Виталия Кусака выигрывает четвертый заезд. Дакар Лоб. Победа за второе место на Наполеон, только Золотая Ручка, третий Наполеон. Финишируем Восторг и заканчиваем дистанцию Берзе.